Сегодня я хочу рассказать, как правильно приготовить яйцо в смяточку. Для начала вам понадобится немного сливочного масла, перец, соль по вкусу и какая-то зелень. Я предпочитаю петрушку, но можно использовать укроп или зеленый лук. Ставим яйцо вариться. Тем временем нарезаем зелень, масло разогреваем в микроволновке за 5 секунд до мягкости и смешиваем с солью, перцем и той зеленью, которую вы выбрали для своего вкуса. Вода закипела, засекаем 1 минуту. Ровно через минуту снимаем кастрюльку и под струей холодной воды доводим состояние температуры до того, чтобы вытащить яйцо рукой. Яйцо остается при этом довольно горячим. Можно использовать рюмочку, но я предпочитаю настоящие подъяичнички. Очищаем верхнюю часть яйца. Срезаем мякоть, добираемся до желтка. И в горячее яичко вносим успевшее немножко подстыть масло, которое, будучи топленым, очень легко растворится и придаст необычайный вкус и аромат вашему блюду. Сервируем поднос зеленью, ломтиками хлеба. Блюдо готово. Приятного аппетита и спасибо за внимание.